30 марта с 9 до 17 часов будет перекрыта холодная вода в домах по нескольким адресам железнодорожного района. На улице Крылова, Засулич, Новосоветская, Линейная, Мостовая и многих других. С подробным списком адресов можно ознакомиться в телеграм-канале администрации железнодорожного района. В Самарской области продолжается сбор гуманитарной помощи для людей, прибывающих из Донбасса. В конце февраля открыл двери главный самарский пункт приема помощи на базе колледжа сервисных технологий и дизайна на улице Дзержинского, 31. Кроме того, в рамках общероссийского проекта «Мы вместе» организована поддержка нуждающихся. Формируются волонтерские штабы и центры сбора гуманитарной помощи. Добровольцы работают в пунктах временного размещения переселенцев. Помогают в качестве педагогов и аниматоров для детей. Организуют и обеспечивают работу самого штаба, напоминает телеграм-канал администрации промышленного района. В рамках реализации ведомственной программы «Самара социальная» на 2022-2024 годы студентам, обучающимся по программам высшего медицинского образования, осуществляется ежемесячная выплата в размере 1000 рублей. Выплату уже успели оформить 143 человека. Подробную консультацию по данной мере поддержки можно получить по телефону 332-16-36, сообщает телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары. Телеграм-канал «Вести с Дворянской» продолжает рубрику «Красивая Самара» и рассказывает о скульптурной композиции «Водная лыжница», которая с советских времен украшает набережную в районе второй очереди. По имеющейся информации, скульптура появилась в городе в 1960-х годах. Она символизирует интерес советской молодежи к водным видам спорта.